Она тот фон, на котором ярче смотрится и сильнее сияют действительно большие звезды. Одной из которых стремится стать украинка Виктория Лемишин, но она только на пути. И завершится ли он победным финишем, пока знать нам не дано. Но дай ей Бог всяческой удачи. Держи, держи. Да, пока это рубка, пока это схематично, но, во-первых, она юна, во-вторых, у украинской школы общеизвестные проблемы, а в-третьих, ну, кому-то же надо принимать эстафету у Бессоновой, Серебрянской, Петриченко, Тимошенко, Дерегиной, в конце-то концов.